Всем привет на канале Птичий дворик. Продолжаем наше строительство. Следующим этапом мы закрепили опоры для бруса шагом через метр примерно, на равном расстоянии высчитали. Вот. И теперь начинаем устанавливать столбы. То есть ставим брус по уровню, выравниваем, то есть поставим его сначала по периметру, весь отстреляем от лазерным уровнем нулевую отметку и уже потом подрежем поверху. Сейчас главная задача поставить опорные столбы, сделать стропила и крышу. Установили столбы по уровню. Сейчас их будем подрезать. То есть вот первые уже подрезали. Сейчас также все подрежем вот эти и установим балки. Балки из бруса 100 на 150. Следующим этапом мы сделали балки на крышу, на перекрытие. Закрепили их на уголки. Вот везде так это все поставили. Теперь будем устанавливать перемычки. Также из бруса 100 на 150. Вот здесь будут стоять перемычки. Здесь все, вот эти места. Поставили вот такие кронштейны. Вот здесь все прикрутили на шурупы. Желтые, черные не используйте. Пока нету еще какой-то жесткости, стоят у нас такие косины. Все выставили по уровню. Так, сегодня очередной день подошел к концу стройки. Что мы сделали? То есть везде поставлены по периметру в помещениях брусья. Поставлены уже лаги все. То есть, в принципе, каркас полностью готов. Осталось его, то есть, обтягивать мембраной, парой изоляции, гидроизоляции. Утеплять утеплителем 10 мм. Утеплять крышу. Постелить профлист на крышу. И мастерская, можно сказать, будет готова. То есть, самое сложное сделали. Вот так она сейчас выглядит у нас.